Помогу, чем смогу. Хорошо. Я иду к их лагерю. Прошу, пойдем. Почему ты помогаешь Тенакт, если другие у Таро отказываются? Я хорошо знаком с Тенакт. Я не боюсь их. Ты правда думаешь, что предложение помощи их оскорбит? Тенакт непредсказуемы по своей природе. Все возможно. Нужно отдохнуть и дождаться конвоя. Скарабы пользуются этим проходом. А Лоренду нужна их обшивка. Нужно дождаться их в его лагере. Возможно, стоит сначала разместить на дороге ловушки. Застать конвой врасплох. Почти пришли. Лагерь отряда внутри. Эй, вы! Этот лагерь принадлежит орлам! Уходите или умрите! Спокойно, Орел. Я пришел не драться, а для переговоров. Ты знаешь этот знак? Мы войдем поговорить. Пока все хорошо. Далековато мы от пустыни, а? Этот парень не ослеп? О, какая наблюдательность! Судя по всему, ваша тренировка пошла не по плану. Мы поможем, если хотите. Откуда Утару известно, что мы проходили тренировку? Ему и знак переговоров известен. Он не Утару и не Тенакт. Видимо, он ветеран. Ветеран? Разве они еще остались? Нам не нужна помощь от какого-то фермера. Как увидела вас, сразу так и подумала. Сестра, мне кажется, они хотят помочь. Пусть помогут. Ладно, что мы теряем? Вы проходите тренировку? Охота на машины. Последняя проверка перед началом несения службы. Все было хорошо. Мы выследили загонщика и атаковали. Но он скрылся в стаде сикачей. Он бросился прямо на Корре. Он сумел увернуться и ударил в ответ. Я попал в емкость с кислотой. Брызги обожгли мне глаза. Ужасная рана. Я не провела разведку. Не заметила стадо. Нет. Это я не заметил емкость. А кто такие ветераны? Я рожден Тенакт, но был отдан Утару в порядке обмена. Обмена? Пока еды было много, Утару ежегодно отдавали ее Тенакт ради мира между ними. Со временем это переросло в обмен людьми. Тенакт нужна была молодежь для сражения в клановых войнах. А Утару получали ветеранов для обучения защитников Песни Долины. Я был таким воином. Ключевое слово «был». Тебе еще может пригодиться мое копье. Что вам нужно? Припасы. Сушеное мясо, боеприпасы, оружие, снаряжение. Куча еды для возвращения в пустыню. Все, что нужно, есть в речном дозоре. После разгрома там осталось множество трофеев. Разгрома? Оттесняя Карха обратно к свету пустоши, мы сделали все возможное, чтобы соколы усвоили урок. С вершины речного дозора шериф Кинира подстрелила многих Карха. Ее отряд собрал трофеи. Там они и лежат. Приходи и бери. Те места патрулируют смертоносные машины, а сама вышка вот-вот обрушится. Думаете, машины и угроза обрушения смогут помешать орлам? Нет. А вот ваши раны – да. Мы с Джаксом принесем вам припасы. Это наше задание. Я не поручу его каким-то
Хорошо. Идем с нами. Ладно. Вы трое останетесь здесь. Я вернусь. Будь осторожна. Руины в той стороне. Как только заберем припасы, все наладится. Как скажешь. Что это еще значит? Состояние твоего брата. Это тебя не касается, фермер. Как скажешь. Хватит повторять. Успокойся. Мы хотим помочь, помнишь? Как скажешь. Нужно будет пересечь реку и обойти лагерь странников на дороге. Чужаков. Здесь они странники, как и ты, Орел. Что-то не так? Я ненавижу сырость. Продолжи. Стойкость настоящего воина. Я все слышу. Мы на месте. Вход должен быть прямо под аркой. Чтобы перехватывать такие машины, надо искать новые котлы. Нет, Элой первая. Делай, как она. Это была последняя. Я бы справилась. Не обещай невыполнимого, Орленок. Я бы справилась даже лучше, если бы мне не приходилось прикрывать тебя, старик. Вот мне повезло. Надеюсь, фермер не растерял ведь свой боевой дух. Припасы там, наверху. Она выше, чем я думала. Что для орлов смертельно опасный подъем? Что ты хочешь сказать, старик? Хватит. Я уже взбиралась на эту вышку. Я заберу припасы. Пошли. Посмотрим, нельзя ли с машин снять детали. Покажу тебе пару фокусов. Что фермер может знать о сборе трофеев? Лишь то, что приходит с многолетним опытом.
которого у тебя нет. Так, нужно найти вход в эти руины. Сумка забита. Потом заберу из хранилища. Похоже, это подвал. Надо как-то подняться выше. Ящик с припасами должен быть наверху башни. Но как туда забраться? Здесь я уже бывала. Видимо, проглядела припасы. Это их припасы? Хватит ненадолго. Ни минуты покоя с этими детишками.
Джакс и Сокора в беде. Надо догнать их. Это Джакс и Сокора. Надо скорее помочь им разобраться с машинами. Не хочешь, чтобы мы веселились без тебя? Электрические снаряды ей не страшны. Ты отбила кусок! Готово. Посмотрю, как там Джакс и Сокора. Хороший бой. Хотя лучше бы ты не провоцировала эту штуку. Что ты нашла? Практически ничего.
Сокора, там еды примерно на один день, и еще сгнившие целебные травы. Должно было быть больше. Хватило бы на... Ты не собиралась возвращаться домой, да? О чем ты? Слепой Тенакт не воин. А если ты не воин? Тенакт убьют Кора, потому что он ослеп? Его ждет бой против машины. Говорят, это более достойный способ. Но все равно смертный приговор. Значит, ты собиралась забрать припасы и уйти жить в глушь? Я думала, их хватит на первое время. Им можно остаться в Песне Долины? Четверым Тенакт? Хор не позволит этого. Возвращаемся? Я отведу ее обратно. Приходи к пещере, как сможешь. Плазменные снаряды лучше поберечь. Тут надо что-то другое. Так ты... Нет. Ошибся.
Элой, да придешь ты к успеху. Ты дружишь с Зо? Она самая смелая из всех Утару. Но... Я же пытаюсь помочь! Чем? Качество. Тем, что становишься Карха! Я учусь охотиться! Смогу защитить наш дом! Наш народ! Да, меня учит Карха, но какая разница? Они все ядовитая поросль! Запомни мои слова. Однажды ты поймешь, что чужаки приносят одни лишь беды. И тогда осознаешь, какой глупой ты была. Да что ты понимаешь? Старая коряга. Мои товары помогут тебе на охоте. Хвала духам земли. Охотники друг друга. Понимаю. Духи земли поют о том, что Утару будут жить. Yes. Пусть твои стрелы летят в цель. Элой, песни долины всегда рады тебе. Добрый день. Нужно отдохнуть и дождаться конвоя. Скарабы пользуются этим проходом, а Лоренду нужна их обшивка. Нужно дождаться их в его лагере. Возможно, стоит сначала разместить на дороге ловушки, застать конвой врасплох.
И как мне им сказать, что я не смогла? Скажи правду. Просто как есть. Элой, мы собирались заходить. Так что ты им скажешь? Придется терпеть. Пытаться жить в глуши без припасов. Это нелегкая жизнь. Все лучше, чем дать им убить Коры. Должен быть другой способ. Мне он неизвестен. Ну что, принесли припасы? Тайник был пуст. Но мы без них справимся. Вы не должны голодать из-за меня. Просто уходите. Нет! Джакс, ты сказал, всем им не позволят остаться в Песне Долины, но... Что насчет... Я не оставлю своего брата! Там он будет в безопасности. А вы вернетесь домой. Это единственный выход. Хору не понравится. Но если я поручусь за паренька, смогу их уговорить. Я готов, если Кора согласен. Нет! Я его не отдам! Сокора, думаю, это лучший выход. Для вас я буду обузой. Я этого не хочу. Разреши пойти с ним. Разрешаю. Запомни, для нас это не конец. Я приду в Песню Долины, и ни один Утару или Тенакт меня не остановит. Им не стоит и пытаться. Я останусь и помогу им собраться, а затем отведу Кора. Ты проявила силу и мудрость. Редкое сочетание. Я тебе благодарен, как уверены они. Мы здесь не задержимся и скоро пойдем. В Песне Долины Кора будет в порядке. Правду сказать, от этих драк аж кости ломит. У Коры все будет хорошо, я знаю. Как получу повышение, смогу навестить его в Песне Долины. По этому месту я точно не буду скучать. Каково там в Песне Долины? Даже не думал, что буду жить среди фермеров. Нужно искать плюсы. Песня Долины — это второй шанс. Я не хочу оставлять Корре, но так будет правильно. Наш поход был не из приятных, но хотя бы мы живы. Мы здесь не задержимся и скоро пойдем. Конвой. Он здесь.
Вряд ли я смогу тебя приручить. Хотя, если поблизости есть нужные котлы... С ними только один сгорел. Сделано. Заберу, что смогу, а обшивку оставлю людям Ларена. А тут много интересного. Огня она почти не боится.
Осталось только добить. Крыло пока держится. Черный ящик. Может.
можно добавить его в коллекцию в роще. Этот пигмент неплохо ложится на броню. Судя по сигналу, есть еще один черный ящик. Та дверь. Думаю, я смогу ее открыть. Оказались не в том месте, не в то время. И поплатились за это. Есть еще черный ящик, передающий сигнал. Можно попробовать найти. Штука меня спасет. За руку, знаешь, говорят, то еще местечко. Хочу там побывать. Осторожней со своими желаниями. Добро пожаловать, стражник. Кажется, ты все-таки решилась. Тебе удалось наладить? Ну, давай, говори. Знаешь, нет, я тут вспомнила. Они еще те мне пора. А даже если нет, им все равно нечего предложить. А разве они не умелые ремесленники, живущие в некоем подобии рая?
и земля им все дает. Я бы так не сказал. На их земле пришла какая-то болезнь. Им нечего есть. Эй, шлак! Сурово. А что ты собирался у них купить? Хмель, конечно. Что же еще? Новые нагрудники для авангарда? Вот почему мы используем так телефонную жертву, как только мы. Три месяца. А ты? Почти четыре. В прошлый раз он уже начал ходить, а я это пропустил. Да, паршиво. А я снова пропустил день рождения дочери. Второй год подряд. Ты не задумывался, что я могу пропускать такие события. Ты не боишься запачкать руки? Эту пару особую я потрачу на лучшее будущее Джилла и Зуча. Вот почему мы уходим так далеко в неизвестность, как только можем. Это лучше, чем торчать там с кучкой старей.